your son, don't need a gun to give respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the gun. Давай, раз, два, три. Взглянем, что делать в Албании. Так, это второй трек, второй клип. Да, чуваки, которые нас смотрят, безумно вас всем любим. Всех вас любим, обожаем вообще. Блин, я задницу пропустил. Кайф! Кокаина. Я просто летаю, чувак. Нерс. Я просто улетел, чувак. Вообще. Такая мелодичная песня. Какой-то лес вообще где-то они там. Кокаина. Мне кажется, знаешь, этот трек идеален для. Знаешь, короче, когда идет дискотека, потом идет, типа, надо с девушкой потанцевать. Мне кажется, этот трек идеальный. Как это называется там? Медленный танец. Да, медленный танец, медляк. Да. Идеальный медляк. Yeah. Я понял, я хочу встретить свою любимую под этот трек. Yeah. Yeah. Да, места такие красивые там позади. Ага. Кокаина. Кокаина. Сикокаина. Охуенно артист. И бит просто. Я улетел. О, как. О, нормальный тетяк. Это даже не рэп, мне кажется. Да, это R&B какой-то. О, рэп, чувак. Да мне сказали про рэп, я сказал. Сейчас, нахуй, он выйдет, блядь, рэп. Он, кстати, как Дрейк, да? То есть, если тоже по пульсу, как бы. О, я думал, что за музыка? Да, я думал, вообще где-то у меня там другой комнат. Ну, вообще, включи. Скриптер это я запускаю. Я сикосикокаина. Сикосикосикокаина. Он прям выдает такие эмоции руками. Че? Ну и задницу, конечно. Я просто даже на задницу. Он прям с руками. На кайфу просто сикосикокаина. Кокаина. А почему сикокаина, я не могу понять. Не знаю. Может он типа тёлку сравнивает с кокаином, типа. А, типа не... наоборот она, что ли, типа она да. Стирает, а, это в обратную сторону, короче. О, кредиты, окей. Окей, да-да-да, окей. Всем респект, всем салют, вы сделали охрененную работу, чуваки. Да, твою мать. Сегодня одни бенгеры. Наталья, чувак, просто, блин, слушай... А в Албании, оказывается, тоже охрененная музыка. Вот, видишь, как мы просвещаемся, однако. Блин, молодцы, на самом деле. Я не знаю, конечно, чуваки, албанцы, пацаны, девчонки, что вы думаете про Россию, но, блин, знаю, я уже вас люблю, короче. Определенно. Вот второй уже трек албанский. Первый был от этого, от Noisy. Тоже крутой, тоже мелодичный. И этот тоже крутой и тоже мелодичный. Интересная сторона, да? То есть, да, мне, кстати, интересно было бы узнать, потому что я про нее практически вообще ничего не знаю, но вот прям вот захотелось бы заглянуть в Википедию, глянуть, что там вообще интересная сторона. Ну, очень красивый клип, чувак, просто клип девчонки, девчонка, да? Артист просто бомба! Просто! Я, короче, ему ставлю этому треку 15 из 15. Ты же так и думал. Я думал, 20 ты не поставишь. Нет, 20 я оставил, когда меня полностью в жопу разорвало вообще. Понимаешь? Я первый раз такой трек услышал. Но, блин, здесь это первый, наверное, бишный трек, который настолько меня так сильно зацепил. И это был не американский, это был с другой стороны, понимаешь, как бы. Просто шикарно, блин. Чуваки, вы просто красавчики вообще. Обязательно будем делать больше музыки. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, шарьте это видео. И много-много вам любви.
из России. Напишите еще в комментариях побольше артистов, имен артистов, на которые следует сделать реакцию. Да, 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 да. И мы обязательно это сделаем. Угу. Салют!